Ребята, сегодня мы с вами разберем такое понятие, как биогеоценоз. На рисунке у нас показан хвойный лес. Лес в данном случае будет биогеоценозом. Биогеоценоз будет состоять из живой части, то есть биоценоз. Биоценоз – это живые организмы леса. Какие живые организмы? Например, ели, сосны, травы, белки, какие-нибудь ежики. Также, кроме живых организмов, в состав леса входит неживая природа. Таким образом, био – это, собственно, биоценоз или живые организмы. Гео – это, по сути, биотоп или неживая часть биогеоценоза. Ребята, подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы, если что-то непонятно. Всем удачи!